Привет всем! Сегодня я выступаю в роли Деда Мороза. Буду раздавать подарки. Давай, поехали. Тут у меня дядя Гурам Кутериладзе. Хорошо себя на тренировках вел и выступил хорошо. Победу взял. Не знаю, что я ему подарю. Шоколадки? Конфетки? Шведские хорошие. Куплю там дома и отдам. Ну, сейчас пойдем следующий боец. Это мой друг Дайрен Тилл, братан. Че я ему подарю? Хороший бой, если он захочет на Новый год. Вот, сейчас следующий. Исраил Адесаня. Тоже хорошо выступал в этом году. Молодец парень. Разбить его надо. Че ему, да? Не знаю, что ему подарить. Он странный, он чувак. Разбью ему лицо на Новый год, если захочет. Не знаю, что делать. Что ему? О, смотри, этот Ковингтон этот. Америка Грейт. Ничего себе, что за часы, пацаны? Он богатый, походу, костюмчики. Не знаю. Шапку Деда Мороза подарю ему, чтобы он там подарки раздавал, не ходил в таких костюмах. Маша Аллах, Хабиб Нурмагомедов. Молодец парень. Историю себе сделал. Он сам себе подарок сделал на этот год. Красавчик парень. Что подарить? Хотел бы нормально хороший спарринг ему подарить. Вот, Камару Усман. Усману надо. Ну, я точно ему подарок сделаю, но это не буду я говорить. Макнаггетс. Конор Макгрегор. Приору я подарю. Он на приоре будет ездить. Прикинь, Конор Макгрегор на приоре ездит в Ирландии. Если вы себя хорошо будете вести, подарку приношу. На Новый год. С Новым годом всех.